Всем-всем привет! Сегодня мы нарисуем 3D рисунок, потому что я не знаю, как назвать его. Просто 3D рисунок. Так, повторяем за мной. Тут две клеточки. Повторяем, как на видео. Вниз две. Диагонали две. Еще по диагонали две. Тут две. Вниз две, еще две вниз. Тут соединяем. Вот такой у нас квадрат получился. Рядом рисуем точно такой же. И еще два таких же рядом. Теперь ниже рисуем три такие же квадрата. Тут раз, два, три. Так, теперь ниже два квадрата, таких же рисуем. Все то же самое. Две, две, вниз две, вниз две, вниз две и соединяем. Все очень просто. И еще один, последний. А теперь разукрашиваем любым цветом, каким хотите. Сначала одну сторону. Теперь берем другой фломастер, другую сторону рисуем. И третий фломастер, третья сторона. Вот такой 3D рисунок у нас получился. Главное не запутаться. Если вам понравилось видео, подписываемся на канал, делимся видео с друзьями. Все, пока. Пока-пока. Также смотрим вот эти видео. Раз, два, три и четыре. Все, пока.